Продолжаем, да? Алкоголика Валентка, нетленка и какой-то трудоголик Толик. На чистике просидели две недели где-то там у моря. Вот у моря. Труба, тромбон, гитара, бас и краснодарский ганджу-бас. Хотели что-то было записать, да только вот беда. Маленький цифровой ревербератор с регулятором уровня в волюме реверберировал, реверберировал, да не выреверберировал. Маленький цифровой ревербератор с регулятором уровня в волюме реверберировал, реверберировал, да не выреверберировал. И на Кгайслиге, на новогодчиной телеге. Ребята, ну что вы играете? Ведь это не гок-н-гол, а геги. Ведь говорят, артистка Шер не выговаривала букву Р и все поет «Do you believe?» И ей по барабану «Тра-ля-ля-ля». Маленький цифровой ревербератор с регулятором уровня в вольме реверберировал, реверберировал, да не выреверберировал. Ла-ла-ла-ла. Маленький цифровой ревербератор с регулятором уровня в вольме реверберировал, реверберировал, да не выреверберировал. А вот и не надо нам париться по поводу картавли в речи. Душой поет великий шансонье, жена, жена, какая в тагече. А сколько гениев вокруг нам произносят слово «друг» с веселой, доброй, ласковой, наивною пружинкою. Тра-ля-ля-ля. Маленький цифровой ревербератор с регулятором уровня в вольюме реверберировал, реверберировал, да не выреверберировал. Ла-ла-ла-ла. Маленький цифровой ревербератор с регулятором уровня в вольюме реверберировал, реверберировал, да не выреверберировал.